И снова, друзья, Юрий приветствует вас на своем канале. Значит, сегодня у нас вывод опять микса птички нашего сборного яйца. Морозы, холода на Кубани, снег показывал. Все завалено, уже гребсти его ложить некуда, с теплиц упал. Как бы с боков теплицы мои птички не задавило. Хорошо, сетка сделана. Значит, отключили свет. Мы уехали по делам, отключили свет, часа 3 не было. В инкубаторе упала температура до 30 градусов, 31 было. Это плохо, это означает, где-то было, не было ее часа 3, около 4 часов, ребята, не было. Электричество, все бы ничего, цыплятам ничего не будет, которые вылупились. А вот новое яйцо, это у нас идет Легорн из Тихорецка, идет новая линия. И у нас идет Барковская Барвистая с Харьковской области, с Харькова, точнее, половина куплена. Люди с Харькова переехали 2 года назад, сестра ездила, купила яйцо, птицу вывели. Второй год птички дали мне на обмен яйцо. Я им свое, они мне свое. Как бы так, Легорн лежит 5 суток, то есть хотел сегодня смотреть, но... Наверное, посмотрю все-таки я его завтра. Барвистая трое суток, еще рано смотреть его по неоплоду. Сегодня мне звонили по поводу моего яйца, которое я отправил. Я отправлял Барковскую Барвистую, отправлял. Собирали мы ее дней 12, ребята. 44 яйца, вот это холода попали, вот это все время попало. Еле собрал я. Я-то и собрал клетку. Но тут получилось, ударили холода. И яйцо нести стало совсем мало, и с отправкой ничего не получалось. В итоге я отправлял автобусом Гработки, ну, целое дело. В общем, 12 дней, ребята, 12 дней, это будет 50%, так оно и будет. А вообще у меня выявляется где-то 75% идет минимум оплод. 75-80 оплод и 70 выводится. Цыплят. Ну, из-за старости яиц, увы, ребята, старость яиц, это, вот мне люди говорят, что кто-то с 21 день собирает яйцо, кто-то 3 недели, кто-то 2 недели. Ребята, 7 дней, после 7 дней минус 25% идет, я сразу говорю, так оно и будет, вот как-то так. Значит, сейчас посмотрим, ребята, что у нас вылупилось, если вылупилось вообще. Ура, ребята, ура! Ой-ой-ой, ура! Ай-яй-яй, черный выскочил, это был барвистый. Вот у нас идет автоволк черно-пестрый, ой, этот, Легорн черно-пестрый, то есть у нас далматинец. Четыре. Ой, тут, короче, не посчитать, ребята. Не посчитать. Далматинца, смотрите, сколько. Появился у нас далматинец, ребята. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот, 15, ребята, только далматинцев. А то и 16 там был вопросов. Вот, 16, 17, 18, 19, ну правильно, здесь был в основном далматинцы яйца, 20, 21, далматинец, ребята, 21, ну что-то такое, 20, 20, 21, непонятно, вот. Идут тоже там 22. Двадцать три, 24, вот оно, 24.
25. Во, видите, далматинца пошло много. Один ребята больной. Вот этот вот, что-то он лежит, что-то непонятно с ним. Вот, ребята, появился далматинец, барвистая. Один выскочил, три. 4, 5, 6, в общем, ребята, я уже сбился в счету. Это барвистая у нас пошла. Легорн пошел. Легорн, ребята, пошел. Посмотрите, какие ребята пышные цыплята. Вот это да. Давно таких не видел, ребята. Тоже несколько штук. И вот, ребята, вот они. Легорны идут. Стандарт. Ребята, а вот, ребята, посмотрите, я отделил нашего красавца. Это новая линия Легорна, которая болела оспой, которая болела с глазами, которая погибла очень много. Та птица, которая выжила сильнейшая, какая-то из них стала нестись. Теперь я всю эту стадо молодое с молодыми петушками перенес в свое старое стадо, петушков убрал. Получается у нас новые петушки и несколько линий. Чтобы оно не состыковалось, ребята, и петушков тоже несколько линий. И по ним видно. И чтобы оно состыковалось, имбридинг, ну, в такой каше, как говорится, не бывает имбридинга. До имбридинга слишком рано, ребята. Тем более я нового легорна взял, будет отдельно все это выводиться, все это содержаться, все это селекционироваться, выводиться лучшая линия по расклеву, по продуктивности и так далее. И вот оно, вот еще у нас легорн. Легорн очень крупный. Эта птица уже обладает иммунитетом, лучше, чем живучая. Значит, ребята, вот этот вот птенец, это легорн стандарт. От моей линии, правда, он, ребята, яйцо мелкое, конечно, яйцо мелкое еще идет. Но я одно пометил, оно было оплодотворено. Я взял его, положил отдельно. Он вылупился, ребята. Он еще не обсох так сильно. Но я вам скажу, что это легорн. А яйцо было чуть-чуть светло-кремовое. Вот несколько яиц первые были светло-кремовые. Я еще подумал, Барковская, может, прилетела. Может, как-то так, что получилось, случайность. Раз, два, три, четыре. Не бывает случайностей столько. А потом это яйцо стало белое уже. Не знаю, почему несколько яиц первые строчилось светло-светло-кремовое. Такого я не замечал, как бы. Ну вот, бывает в жизни все. Ну, есть, ребята, конечно, что-то не вылупилось. Но сегодня 21 день, получается, прошел, то есть 22 день, 20-й, 21-й. Ну да, это 22-е сутки начинаются. И вот все, что вылупилось, вылупилось. Все, что не вылупилось, ребята, все на мусор. Как-то так. Что сказать под далматинцы? Конечно, и себе хочу оставить, ребята. Но у меня птица молодая есть. И сейчас он мне совсем не нужен. Если он остается до месяца, это мой. Без вопросов. Если птица остается до месяца, она моя. Но если ее много и негде держать или лишнее, конечно, ребята, я продаю. То есть, кому надо, вот есть микс. Микс цыплят. Значит, если, ребята, микс, забирается весь микс, 130 рублей цыпленок. Если легон стандарт отдельный, 150 рублей цыпленок. Если что-то остальное, все идет по 130 рублей. Вот так вот. И если вместе все, тоже идет по всей цене. Выводы, ребята, небольшие. Как раз вот такие выводы, то, что человеку взять на одну душу, как говорится, для себя, для семьи. Поэтому пока много нету, но улучшения уже есть, ребята. И несколько крупней. Ждем только 18-го, я сегодня у нас 24-го, 18-го я посадил новых петушков, ребята. Ну, 10 дней надо подождать, хотя бы 10 дней. Вообще положено 14 дней. Ну, с 10 дней мы, ребята, посмотрим. Птица, смотрю, топтанная. Петушки должны работать, начали уже. Ну, будем ждать. Нужно время. У меня и заказы, и предоплаты люди внесли. Ждут свои заказы. И по горячей линии, наконец, февраля несколько человек. И еще хотят люди. Но пока не ситуация малоизвестная, то есть пока нет стопроцентного такого хорошего, стабильного, именно стабильного оплода. Я яйцо как-то так, ребята, продаю за полцены. Потому что вот так как-то. А так вывожу сам цыплят. Направление сейчас идут, ребята, цыплята. Цыпленок, это есть цыпленок. Вы его взяли, он есть, он живой. А если вы правильно его содержите, он никогда, как говорится, не погибнет.
Ну, как бы так. На этом я с вами, ребята, прощаюсь. И будет новый видеоролик, очень полезный видеоролик, посмотрите. Очень хорошая тема и для бройлерщиков, и для домашней птицы, и для продуктивной особенно.